Всем привет, дорогие друзья и подписчики, вы на канале IT-доктор. Это цикл видеоуроков о языке HTML, языке гипертекстовой разметки. Сегодня мы поговорим о теге title. Данный тег является заголовком нашего документа. У каждого документа может быть свой тег title. И вы видите, что при создании стандартного шаблона через Emmet у нас появляется данный тег. Он находится внутри тега head. У него есть открывающий тег и закрывающий тег, а внутри находится текст. Давайте поменяем этот текст и посмотрим, как это влияет. Напишем видеоуроки с IT-доктор. Это просто. Сохраним документ. Перейдем в браузер. И обновим страницу. Если у вас не открыта эта страница, то откройте ее. Напомню, что если ваш файл находится на локальном сервере, то запустить его можно с помощью браузера, введя в адресную строку название папки проекта. Если же ваш файл находится просто на компьютере, не на локальном сервере, вы можете открыть документ, просто нажав на него два раза левой кнопкой мыши. Но я рекомендую вам использовать локальный сервер для того, чтобы сразу приучать себя. И теперь мы в браузере можем открыть наш сайт. У меня папка называется Test Project 1. Я пишу, открываю. Здесь мы не видим ничего, потому что у нас пока что все пусто. Но тайтл, который мы указывали, вы видите вот здесь наверху. Это и есть заголовок страницы. Видео уроки с IT-доктор — это просто тот текст, который мы написали здесь. Вы можете писать здесь любой текст. Это название страницы. Оно должно быть кратким, информативным и отражать суть данной страницы. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Данный тег вы запомните сразу же. Он присутствует во всех документах и будете его активно использовать. Так что не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И спасибо вам за внимание. До новых встреч в следующих видеоуроках.